специальная мониторинговая группа сегодня выехала на проверку дорог, качества дорог. Главная цель данной проверки – те дороги, которые в 2016 году были построены, они 3 года еще проходят по гарантии. Актюбинские депутаты проверяют качество городских дорог. По словам народных избранников, специальной комиссией уже был обнаружен ряд недостатков и нарушений в работе подрядчиков. В этом году акиматом города Актюбе совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и акционерным обществом «Казпочта» внедряется проект. Проект называется «Социальная карта гражданина Республики Казахстан». У актюбинских школьников появилась возможность производить оплату в столовой и в общественном транспорте картами. В средней школе номер 30 установили турникеты, где передвижение ребенка фиксируется в приложении kundelik.kz. В этом году у нас осенний призыв начался с 1 сентября 2019 года. Сейчас нам дали с Министерства обороны наряд. Стартовал осенний призыв. Сегодня в селе имени Нокина перед местным акиматом состоялась очередная отправка ребят. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт», студия Асель Арыстангалиева. Штормовые предупреждения объявлены в нескольких областях Казахстана, сообщает пресс-служба «Казгидромет». В частности, 19 сентября в Актюбинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. Днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Порывы 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма 95%, сказано в сообщении. Актюбинские депутаты проверяют качество городских дорог. Сегодня депутаты областного маслихата совместно со специалистами антикоррупционного комитета проверили надежность асфальтового покрытия дорог на нескольких улицах Актюбе. По словам народных избранников, в специальной комиссии уже был обнаружен ряд недостатков и нарушений в работе подрядчиков. Сегодня с утра на улице Кулумбетова, Байганина и нескольких еще люди в спецовках бурили асфальт, а сопровождающие их господа в строгих костюмах детально изучали добытые из дорожного покрытия образцы асфальта. Мерили изъятый куб линейкой и делали записи. Комиссия из депутатов маслихата и сотрудников антикоррупционного комитета проверяла качество подрядных автодорожных работ. Специальная мониторинговая группа сегодня выехала на проверку дорог, качества дорог. Главная цель данной проверки, те дороги, которые в 2016 году были построены, они 3 года еще проходят по гарантии. Посмотреть, насколько все ли хорошо, есть ли недостатки. Если есть недостатки, то по условиям договора, чтобы они могли исправить эти недостатки. Потому что на следующий год мы уже никаких претензий не сможем предъявить. То есть законом, по договору, они в течение 3 лет несут ответственность за качество дорог. Подрядчики здесь же отстаивают плоды своего труда и доказывают, что дорожное покрытие произведено по всем техническим нормативам. А если на дорогах и появляются ямы и трещины, то всему виной, как всегда, вода. По укладке асфальта, вот видите же, сколько выходит. Вроде бы ложим нормально. Это все касательно на технику. Технику мы же не отвечаем. Стандарт положенный мы поставляем. И будем катать с 2 катками. 6-тонник каток и 10-тонником. С 2 катками катаем. Выходит положено. Кроме выявленных нарушений, депутаты маслихата возмущены отсутствием на местах проверок заказчика по ремонту, представителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Как отметили народные избранники, проверки качества городских дорог будут продолжены. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». У актюбинских школьников появилась возможность производить оплату в столовой и в общественном транспорте картами. В средней школе номер 30 установили турникеты, где передвижение ребенка фиксируется в приложении kundelik.kz. Также работает посттерминал в столовой, где школьники смогут оплачивать питание безналичным способом. Также дети могут производить оплату в общественном транспорте. Для осуществления этих процессов ребенку достаточно одной карты. В этом году акиматом города Актюбе совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и акционерным обществом «Казпочта» внедряется проект. Проект называется «Социальная карта гражданина Республики Казахстан». На сегодняшний день этот проект внедряется в школах. Первопроходцами были 5, 17 и 30 школы. Посредством этих карт дети могут заходить и выходить в школы, питаться в школах и ездить в общественных транспортах.
Казпочта в июле запустила уникальный проект «Единая социальная карта жителя Казахстана в городе Актобе». Карта кабрендинговая и объединяет в себе функционал платежной, транспортной и в перспективе медицинской, дисконтной, пропускной, страховой карты, а также пенсионного удостоверения, либо студенческого и ученического билета. Пока выпущены 3000 карт. Пилотный проект осуществляется пока в школах номер 35-17. Кроме того, установлены валидаторы в городских маршрутах номер 1, 2, 5, 46, 51, 52 для оплаты проезда безналичным способом. До конца сентября будут охвачены 28 школ города, а к концу года все школы города подключатся к новой платежной системе. По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на краткосрочные курсы на текущий год в Актобе запланирована переподготовка 600 человек. С начала года 55 участников проекта были направлены в учебный центр «Надежда» для получения специальности швея. Гульжанат Мукатова – одна из участниц курса. Раньше шитье было ее увлечением, сейчас она решила превратить его в профессию. Записалась на курсы и теперь учится работать на промышленных швейных машинках. Пока Гульжанат шьет только фартуки и жилеты, но в будущем планирует браться за большие заказы по пошиву спецодежды. Поспрашивала и услышала, что Надежда Умыт набирает курсы по шитью. Я пришла, посмотрела, меня взяли в группу, и я за короткий срок, за полтора месяца мы прошли теорию, и у нас сейчас практика, мы шьем. Там мне нравятся очень хорошие изделия, получается. На сегодняшний день самыми востребованными профессиями являются швея, кондитер, парикмахер, газоэлектросварщик, плотник, повар и электрик. 27 человек уже успешно обучились и прошли практику. Сейчас все трудоустроены на постоянное рабочее место. В данный момент 515 человек уже направили. Кто закончил и взял сертификат, они уже трудоустраиваются. У нас в данный момент 80% трудоустройства есть. В Global мы направляли 30 человек по нашему направлению, по проекту «Еңбек». В данный момент они обучаются, у них стипендия, курс бесплатно идет. Пройти бесплатный курс обучения могут многодетные мамы, инвалиды третьей группы и безработная молодежь до 29 лет. После прохождения курса всем участникам выдаются сертификаты. Варвара Дудник, Сергей Калашников, программа «Факт». Стартовал осенний призыв. Сегодня в селе имени Нокина перед местным акиматом состоялась очередная отправка ребят. Призывной возраст 18-27 лет. Срок службы по призыву 12 месяцев. В этом году у нас осенний призыв начался 1 сентября 2019 года. Сейчас нам дали с Министерства обороны наряд. Это утвержденный министром обороны. Это более 1000 человек. Мы их сейчас по родам рост поделили. Первый у нас это уходит Комитет национальной безопасности, это пограничная служба, потом Министерство обороны, Национальная гвардия Республики Казахстан и служба государственной охраны. И вот сегодня мы отправляем войсковую часть 2484, это пограничная служба Комитет национальной безопасности. 21 человек, призыв которого мы уже отобрали, полностью медкомиссию провели, психотестирование провели, полигарские исследования провели с ними. Осенью текущего года вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируют призвать свыше десятка тысяч граждан. Только в Актюбинской области этой осенью призовут больше 1000 молодых людей для прохождения срочной службы. Осенняя кампания продлится с сентября по декабрь. На срочную службу призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Обязательно учитываются специальность и состояние здоровья будущих солдат. Прибывают новобранцы из всех районов региона. Сначала они проходят медкомиссию, психологические тесты. С каждой командой призывников проводятся беседы с сотрудниками военной полиции и прокуратуры. В ходе беседы им разъясняют статьи Уголовного кодекса, общевоинских уставов и других законодательных актов, касающихся призываемых на срочную воинскую службу граждан. Наряду с этим сотрудники проводят анонимные анкеты для предупреждения превышения власти должностных лиц местных органов военного управления. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненых в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, который проходит лечение в Бишкекском центре травматологии и ортопедии. Пострадавшим была передана материальная помощь от имени главы государства. В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник. Более 10 человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии
Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. Душанбе утверждает, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих. Несколько человек получили ранения. Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – это неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. О других новостях в стране и мире смотрите в следующем видеообзоре. 10 детей попали в больницу после отравления в частном центре развития в Нур-Султане. Столичный акимат проводит проверку организации, передает tengrinews.kz. Родители учащихся пожаловались на массовое отравление детей. По их заявлению, в больницу с кишечной инфекцией попали 10 детей. Родители обвинили администрацию центра в том, что канализационные стоки попали в проточные воды. Однако в акимате попросили не делать голословных заявлений и дождаться результатов проверки. В Алматы арестовали второго подозреваемого в массовом наезде на людей, передает tengrinews.kz. Санкцию на арест подозреваемому 1995 года рождения заочно выдали 16 сентября, так как он находился в розыске. Таким образом, мужчина будет под арестом до 16 ноября. Ранее в сети появилось видео с массовым наездом на людей. В результате происшествия трое мужчин попали в больницу. Пострадавшие заявили, что впервые видели в ту ночь лихачей и стали жертвами обстоятельств. По подозрению в наезде полиция задержала водителя белой Toyota Camry. Его арестовали на время следствия на 2 месяца. Его брат в тот вечер был за рулем Toyota Avensis, но успел сбежать с места происшествия. Задержать его удалось только накануне. В Нур-Султане конфисковали имущество владельца группы компаний «Азбука жилья» Ерканата Тайжанова, передает tengrinews.kz. Изучением уголовного дела в отношении Тайжанова Е, являющегося владельцем группы компаний «Азбука жилья» и присвоившего денежные средства дольщиков на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге, установлено имущество, добытое им преступным путем. Это 5 земельных участков и автомашина марки Lexus LX570, сообщили в прокуратуре. В связи с нахождением Тайжанова в международном розыске прокуратура внесла в суд ходатайство о досудебной конфискации имущества. Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме. Имущество владельца группы компаний обращено в доход государства. Ранее сообщалось, что Ерканат Тайжанов находится в Австрии. В августе 2016 года власти Австрии отказали Казахстану в выдаче Тайжанова. Состоялся первый официальный визит министра обороны Казахстана за рубеж. Нурлан Ермекбаев прибыл в Москву в соответствии с приглашением своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу, передает Казинформ. В ходе встречи министры обсудили вопросы совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования нормативно-правовой базы и военно-технического сотрудничества. В военной сфере два государства осуществляют совместные поставки продукции военного назначения, подготовку и обучение военных и военно-технических кадров, совместные предприятия, выставки вооружения и военной техники. За годы взаимодействия вооруженные силы Казахстана и России совместно принимали участие более чем в 60 учениях. Родители возмутились содержанием учебника «Литературное чтение» для 3 класса. Издательство «Алматы Китап» передает tengrinews.kz. В социальных сетях появился фрагмент рассказа советского писателя Геннадия Снегирева «Весной» в учебнике для общеобразовательных школ 2018 года выпуска. Автор описывает свой приезд в Казахстан ранней весной. Больше всего родителей удивила фраза «Весенний верблюд нюхал рельсы и линял». В паблике об этом написала жительница Караганды. «Сумбурно написано, последовательности нет, тяжело воспринимать. Где старые добрые рассказы из советских учебников по чтению? Что написано в современных учебниках? Кто их составлял? Верблюды?» – недоумевает она. Автора поста поддерживают другие родители. В издательстве «Алматы Китап» прокомментировали ситуацию. Рассказ «Весна» написал русский советский писатель Геннадий Яковлевич Снегирев, признанный детский писатель-натуралист, путешественник которого относят к классикам детской литературы. Именно поэтому несколько рассказов Геннадия Снегирева были включены МОН-РК в учебную программу по литературному чтению для 3 класса. Мы, как издательство, выпустившее учебник, не имеем права редактировать или переделывать авторские тексты по своему усмотрению, дополнили в пресс-службе. Также министр образования Асхат Аймагамбетов заявил, что в учебниках находят все больше ошибок. Сколько это будет повторяться? Задал он вопрос издательствам. Сейчас реклама, а во второй части мы продолжим.
Сегодня в областном филиале партии «Нур Отан» прошло совещание по вопросам системы обеспечения защиты прав и законных интересов детей в Актюбинской области. Лекция, посвященная безопасности пешеходов на ЖД-путях, прошла сегодня для учащихся колледжа транспорта, коммуникации и новых технологий. Сотрудники линейного отдела полиции и преподаватели рассказали учащимся, как правильно вести себя на железной дороге. В областном центре народного творчества сегодня чествовали победители областного этапа республиканского конкурса «Почетная семья». Из чего состоит наша пенсия? Это базовая, солидарная и накопительная части. Базовая и солидарная пенсии выплачиваются государством, а накопительная – это 10% от вашей заработной платы. Эти средства копятся и приумножаются, а добровольные пенсионные взносы могут стать приличной прибавкой к будущей пенсии. Копите на старость, копите на радость. Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтына қош келдіңіз. Мұнда зейнетақы шотыңызға жарналардың түсуін кез келген уақытта қадағалай аласыз. Ерікті жарналар бойынша зейнетақы шартын жасасу, жеке деректемелерге өзгерістер енгізіп, хабарлаудың ыңғайлы тәсілін таңдауға болады. ВЖЗ-қа электрондық қызметтерін пайдаланыңыз. Қарияшаққа жинаңыз, Дариябаққа жинаңыз. Покупай без переплаты, продавай без арендной платы. Оптовый рынок Алматы удивит покупателей и арендаторов. Овощи и не только. Всегда дешевле на 20%. Оптовым покупателям бесплатная доставка. Продавцам бесплатная аренда. Бутиков и торговых мест на 2 месяца, склада на месяц. Заезжайте. Въезд тоже бесплатно. Оптовый рынок Алматы. 41 разъезд, район Кольцевой ГМЗ. Автобус 8. Тез, әдемі және арзанырақ салыңыз. Март зауыты неміс жабдықтарында дірілді сығымдалған бетон өнімдерін шығарады. Тротуарлық плиткалар, жол және тротуарлық жиектер, бетонды қалқалар, қабырға блоктары, фасадқа арналған стандартты және сплиттерлік түстермен фактуралардың кең таңдауы. Әрбір партияның сапасы зертханалық сынақтармен расталған. Несиемен сатып алу мүмкіндігі бар. Сенбі күндері де жұмыс істейміз. Март зауыты неміс сапасы. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы. Қонақ бөлмесі. Ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған. Керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Нокен даңғылы 13 Б. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyubaradio.kz сайтында. Ақтөбе радио KZ сайтында. Сегодня в областном филиале партии «Нур Отан» прошло совещание по вопросам системы обеспечения защиты прав и законных интересов детей в Актюбинской области. Участниками собрания стали сотрудники прокуратуры, члены партии «Нур Отан» и межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения защиты прав и интересов детей. В Актюбинской области существует проблема ранней беременности девочек-подростков. Только в этом году беременность зафиксировали у 45 несовершеннолетних. У двоих девочек 13 лет беременность произошла впоследствии изнасилования. Одна из серьезнейших проблем – это работа с несовершеннолетними, это работа с девочками несовершеннолетними по вопросам ранней беременности. И еще один серьезный вопрос, это уже к здравоохранению, это работа с женщинами фертильного возраста. Значит, как-то так получилось, что с женщинами фертильного возраста, асоциального поведения, здесь все-таки мало проводится работы, и поэтому появляются очень дети со всевозможными патологиями, болезнями. 16 сентября в рамках реализации партийного проекта «Бакатеот-Басы» сотрудники выездной экспертной группы начали работу в Актюбинской области. В программе посещения были город Актюбе и 9 районов Актюбинской области. Также были проведены и внеплановые проверки неблагополучных семей. Выяснилось, что, во-первых, это арендное жилье, там вообще другие хозяева. На момент посещения сожитель, потом выяснилось, это было 3 часа дня, он был абсолютно пьян, он даже не мог стоять на ногах. И женщина
сама вот видно, что только вот вышла из похмелья, скажем так. И самое страшное, что выяснилось, что там вместе с ней в этой в самой квартире, ну комната там всего где-то 9 квадратов, еще проживают две девочки 10-11 лет. Материалы данного дела сразу были переданы в суд. Матери девочек грозит лишение родительских прав. На момент решения вопроса о лишении родительских прав мужчину предложено изолировать от детей. Варвара Дудник, Сергей Калашников, программа «Факт». Лекция, посвященная безопасности пешеходов на ЖД-путях, прошла сегодня для учащихся колледжа транспорта, коммуникации и новых технологий. Сотрудники линейного отдела полиции и преподаватели рассказали учащимся, как правильно вести себя на железной дороге. Железная дорога является зоной повышенной опасности. На данный момент, 18 сентября 2019 года, сейчас проходит большое мероприятие. Это между студентами и работниками производства, то есть начальниками станции, инженерами безопасности охраны труда станции и студентами нашего колледжа, Актюбинского колледжа транспорта, коммуникации и новых технологий. На данный момент в конференц-зале присутствует около 60 студентов и представители производства, руководители производства. В областном центре народного творчества сегодня чествовали победителей областного этапа республиканского конкурса «Почетная семья». Сайлаубек и Бибигуль Абильдаевы заняли первое место в области на конкурсе и приняли участие в финале проекта. В честь них сегодня в ОЦНТ состоялся праздничный концерт. Областной центр народного творчества продолжает ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню семьи. Для каждого человека семья – это основа жизни, стена и опора. Именно в семье, от старшего поколения к младшему, передаются нравственные и духовные ценности, и культурные традиции. И цель проведения сегодняшнего мероприятия – это, конечно, в первую очередь пропаганда семейных ценностей, семейных традиций, а также создание положительного образа многодетной, образцовой семьи в лице семьи Абильдаевых, как достойного примера для подрастающего поколения и молодежи. Чествуемая сегодня в ОЦНТ чета Абильдаевых живет в браке уже 31 год. За это время супруги воспитали 7 детей, старшему из которых 31 год, а младшему 6 лет. Отец семейства работает водителем, а Бибигуль, многодетная мама, удостоена государственной награды «Алтын Алка». Также на добровольных началах она занимается медиацией. За 9 лет многодетная мама соединила 370 семей. Накануне на ледовом катке «Актубе-арена» команда «Актубе» приняла павлодарский «Иртыш». Игра состоялась в рамках чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги. В торжественной церемонии открытия чемпионата Республики Казахстан принял участие аким области Ондасын Уразалин. Глава региона поддерживал и болел за команду на протяжении всей игры. Встреча между командами завершилась со счетом 3-2 в пользу актюбинских хоккеистов. Аким области встретился с ними, поздравил их с победой и поблагодарил за зрелищную игру. Взрослая команда была создана в текущем году. По словам старшего тренера хоккейного клуба «Актубе» Сергея Мирошниченко, в состав были отобраны профессиональные игроки. За короткий срок молодая команда добилась высоких результатов. Чемпионат Республики Казахстан продлится до конца декабря. 21-22 сентября хоккейная команда «Актубе» встретится с хоккейным клубом «Алтай Торпедо». Футболисты «Астана» провели тренировку в Манчестере, где команде предстоит провести матч с местным «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 19 сентября и начнется в 01:00 по столичному времени. Помимо «Астаны» и «Манчестер Юнайтед», в группу «Л» также попали голландский «АЗ» и сербский «Партизан». О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Добро пожаловать на сайт ЕНПФ. Здесь вы можете в любой день недели отслеживать свои пенсионные отчисления, заключить пенсионный договор по добровольным взносам, внести изменения в собственные реквизиты и выбрать удобный способ информирования. Пользуйтесь электронными услугами ЕНПФ. Копите на старость, копите на радость. ЕНПФ. Біздің зейнетақы мүсінеден құрылған. Ол базалық ортақ және жинақтаушы бөліктен тұрады. Базалық және ортақ зейнетақыны мемлекет төлейді. Ал жинақтаушы зейнетақы жалақыңыздың 10%-нан құрайды. Бұл қаражат жиналып молая түседі. Ерікті зейнетақы жарналары болашақ зейнетақыңызға едәуір қосымша қаражат болады. Қария шаққа жинаңыз, дария баққа жинаңыз.
Красота женщины особенно заметна в шикарной шубе. Ярмарка роскошных шуб. Эталон меха. Скидка на все норковые шубы. 100 тысяч тенге. Весь сентябрь. Кинотеатр «Локомотив». Кредит и рассрочка без процентов. Айельзатның сұлулығы әсіресе сән бүлбіртон кегенде байқалар. Эталон меха саны жарасқан үлбіртонда жәрмеңгесі. Барлық құндыстындарға 100 мүн тенге жеңілді. 42 боя. Локомотив кинотеатры. Несие және пайысыз бөліп түлі. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үйдемін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулермен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретро парк жағында. Хабардар бол. Тонуста бол. 104 FM Ақтөбе радиосы. 104 FM Ақтөбе радиосы. Еврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Еврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағы да көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Еврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында.